Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Delirium Play, и мы продолжаем проходить Postal 4. Так, давайте пойдем уже наконец на второе задание. Так, но нам нужен переход. А он где-то где? Вот здесь, да? Давайте как-нибудь я поставлю. Сейчас нитроскутер возьмем. Так, там, наверное, может, этот чувак-то отошел, который котиков хотел купить. Давайте попробуем. Походу, не отошел. И вообще, это другой чувак какой-то. Так, нам куда получается? Вот сюда. Так, опять скутер, да? Так, нам мы сейчас пойдем, короче. О, опять карта не работает, что ли? Понятно. Ну, короче, поедем, отдадим посылку.
Так. Так и не работает. Ну ладно. Я уже привык к этому, честно. Так, вот он этот магазин, зоомагазин. Здравствуйте вам. Я здесь, чтобы доставить непримечательную посылку в ваше заведение. Oh, you brought more of the good stuff with you. Deliveries go through that door and downstairs. Put the package on the storage shelf at the back. Just try not to breathe a whole lot while you're down there. Ага, типа, вот, зайдите в эту дверь, занесите эту посылку там в самый конец склада и, пожалуйста, старайтесь сильно не дышать. Ох, вот это не слабый запашок. Пахнет смертельно. Думаю, мне лучше не дышать слишком глубоко здесь. Может, я и буду делать малюсенькие вдохи. Эти ядовитые газы меня не убьют. Я уже чувствую запах смертельного газа. Значит ли это, что я опоздал? Или просто немного хапнул? Так, и ее поставить вот сюда. Никакие ядовитые газы не смогут помешать мне достать посылку по назначению. Теперь мне просто нужно вернуться назад. О, моя голова. Думаю, мои легкие уже примерно вились. Немного, несколько шагов. Все. Надышался. Боже, какое похмелье. Что ж, походу начинается новый день. Можно приступить к выполнению поручений. Вот так вот. Стрей на минималках. Надо разделаться с местным хулиганом. Хватит ему нас терроризировать. Наверное, он где-то тут зависает. Мои гормоны разбушевались. Надо придумать, как бы быть с этим. Спорим, я найду здесь что-нибудь полезное. Взять немного молока? Ну и где мне это сделать? Лови. Так, молока. Найти киску и... типа... разобраться с собакой. Ну, типичные кошачьи дела. Дай кого-нибудь царапну. Feed me, asshole. Hey, how about a scritch behind the ears? Как насчет почесать за ушком? I'm stalking here. Watch it. Блин, как долго. Вали-ка, это моя территория. Все. Мяу. Так, а же мы ж еще можем это, да? О, да. Ooh, yeah. О, да. Ну, типа, писать можем. Как кот. Так, это мы бежим на... это мы... ага, это мы за киской. Встретимся у тебя. Отлично. Ага, типа она такая. Уходит, а мы такие, вау. Так... не, это лучше, чем стрей. По-любому. Так, тут что-нибудь вообще есть? Кошачьими. Ты кто такой? Так, вон она. Виляет жопой. Ага. Так, пошли за ней. О, да, потряси его, котенок.
Опа. Здорово, пацаны. Oh, О, привет. Вы же не поверите, что у нее болит голова. Ой-ой. Уйдет. Будем драться. Фу. Плохие коты. Чё, засал котера? Иди сюда. Все. Он аж замер. Ну так-то насилие над животными я осуждаю, но я когда сам в лице животного, тут приходится выживать, как говорится. Как настоящему коту. Не, конечно, можно было по-мирному сбежать отсюда. Давайте, пошли вон, коты. Блохастый. На вкус как собачье дерьмо. Да пошел ты. Все. Откинулся котера. Да? Так, ты все? Мяу, вот и... Так, давайте-ка мы еще побегаем. Тут много было аптечек. Прям чуть ли не на каждом шагу не спотыкался. Отрыжка. Нет бы вискоса разложили. То, что нужно. А мы еще можем вот так вот... Типа бросок. Набрасываться, короче. Так, ладно, котов я тут всех повалил. Готово. Так, теперь куда мы идем? Давайте к собаке пойдем. Блин, даже нельзя ничего подбирать. Так, тут можно, да, коту кое-где лазить. Все-таки он кот. Ну чё, псина? Я тебе сейчас жопу расцарапаю. А, Спайк. Это как в этом, в Том и Джерри. Тоже Спайк был. Блин, пёся, я тебя недооценил. Где? Все, все, мир, перемирие. Все. Так, а может что-нибудь у кота? Ну-кась, ты не ешь это? I've had worse. Да? Tasty. Нормально. Ну то специально, мне кажется, пиццу положили, чтобы, будучи котиком, я покушал. Так, ну-ка, погоди. Сейчас мы к нему подкрадемся опять. А! Надо, короче, бить и убегать. Стой! Фу! Now that's a peculiar aftertaste. Я буду шипеть. Так, я ему поцарапал немножко. Не, надо сбежать просто. Сейчас мы... Так. Оп. А, ты не убежал? Не, сейчас мы... Так, сейчас он должен нас потерять, как бы. Так, ушел, да? Ну, сейчас мы его... С задницы мы его... Ага, вон он, водичку пьет. Да падла ты. Есть. Все. Откинулся. Бобик. Миссия выполнена с максимальной жестокостью. Да, можно было второй вариант. Это вот у него вот эта миска, тупо в нее нассать. И он бы попил наши мочи и суициднулся. Через забор вон. В воду. Так, здесь есть аптечки. Это для нас. Хвостатых. I've had worse. Так, может копа обоссать. Thankfully, it's not burning today. Ой. Надеюсь, ты меня не арестуешь. Да ты что, будешь стрелять в кота? Вот ты, живодер. Да иди ты в жопу. Люди, помогите.
Тут коп-живодер за мной бежит. Так, мы сейчас... А мы сейчас его обманем. Оп. Все. Так, где у нас там молоко это? Прокисшее. Так, а здесь у нас что? Так, а чё? Как нам? Во. Так, где у нас тут молоко? Где молоко лежит? А, вот оно. Так, и чё, его просто выпить? Слишком просто. Да, что-то слишком просто. Ну ладно. Так, все походу. Ой. Так, это было странно. О чем это я? Well, that was weird. Now where was I? О, молоко-то осталось. Так, ну ладно, мы выполнили миссию с. Ой, блин, ну что, ну, я опять виноват, да? Так, все, давайте сразу последнюю миссию выполним. Эта миссия маленькая такая. Да что ты? Тем более там новые локации, можно ее поисследовать. Так, сейчас проверю кое-что. А, все нормально. Ну что ты, ну? Ладно, хоть не перед копом. Вау. Я так проехал красиво. Никого не задел. Так, нам как лучше-то? Так, карта, конечно, не работает, но я сейчас посмотрю. Да, лучше, конечно, через Ниццу так проехать, как раз там, где полицейский участок. Самое то. Так, я сохранюсь. No.
Тихо. Так, тут что-нибудь есть. О, тележка колесная. Да, кстати, следующая локация, там как раз будут железнодорожные пути всякие. Там и челленджи всяких, кстати, будет дофига. Тоже интересная локация. Так, сейчас мы осмотримся. Ну вот куда ты? Ну куда ты? Тормоза не слышали, называется. Да ё-моё. А? Стой. Спасибо. Так, сейчас ее как-то красиво поставим. Надо ее как-то так поставить, чтобы она не катилась. Все, стой. Все. Молодец. Так, это у нас опять больничка, что ли? Наконец-то еда в туалете появилась. Все, да? Так, здесь что у нас на свалке? Так, здесь ничего. Тут даже и людей-то нет. Так, что, давайте поедем дальше. Так, а здесь что? Ну-ка, что это такое? А, это спидометр. Привет, амиго. Полагаю, отправил меня сюда, чтобы я просмотрел за собой, так что я буду твоими глазами, ушами или глазами, если тебе так больше нравится. Начинаю уже рисовывать рекламные щиты. Вперед. Угу. Нет, мы сейчас пока рисовать ничего не будем, потому что, как всегда, мы что-нибудь начинаем и понеслась. Так, ладно, пусть она несется. Это тележка. Блин, я поражаюсь. Об алое. Чувак это дамажится. Алоэ, наоборот, это. Мы хотим поссорить банду в этом районе, так что хватай баллончик краски и начинай бомбить их территорию. И постарайся хорошенько, если не хочешь, чтобы флаг врубил Ван Гога. Он оттяпает тебе не только ухо. Ну да, Ван Гог и ухо, да. Как смешно. Sweet. Так, Ларри. Тут... Сейчас мы Ларри всяких найдем. Вы смотрите, они даже на карте обозначили места, где красить надо. Вон там желтые баллончики изображены. Какое интересное обновление. Так, гранаты. Так, стоп, не так. А если вот так?
Вот этот баллончик изрисует этот рекламный щит. Ну ты сейчас меня достанешь, я знаю. Как работник канализации тоже так же. Будет каждые 5 секунд повторять. Что мне надо сделать? Закрыто тут. О, чипсики. О, тихо. Коте. Коте, ты достал. Сейчас. Так. А, ну да, не работает. Сейчас. Где ты, Коте? Ты на коте не факай. Это коте. Чёртовы кошки. Чё их так не любите? Сейчас проявим свои... Блин, раньше ты мог кинуть за километр эту мяту, и кот бы сразу к ней автоматически пошел. А тут ему надо перед лицом, прям перед мордой кинуть, и он только пойдет на нее. О боже. Так, здесь что? А, курить. Так. Сейчас все найдем. Еще чипсы. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Я тебя не слышу, все. Я глухой. Блин. Только не говорит, что я отсюда не выберусь. Не, я выберусь. Я же сказал, что я выберусь. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Так, ну-ка, нельзя здесь выпрыгнуть. Сейчас еще раз. Хм, тут нельзя выпрыгнуть. Блин, из этих окон... Из этих окон нельзя выпрыгнуть. Сейчас найдем... That stuff works fast. Ну, крюки для этих, чтобы это подниматься. Так, еще деньги. Так, ну и все, больше тут нечего искать. О, и не ударился. Ну ты вообще. Как тут красиво.
Так, ну-ка, что тут из себя представляет? О, карта вроде начала работать, да? Хм. Отошла. Так, давайте теперь вот, вот это проверим место. Тут, по-моему, где-то челлендж даже есть. Наверху, по-моему. Он прямо здесь. Так, чё? Убить 10 людей с револьвером за 50 секунд. Ну, сейчас. Надо его сначала найти. Вот он. Oh, that was a tender spot. What we've got here is a failure to communicate. This is the one. Так, сколько там? Прости, дорогая. Аж двоих прошил. Ну, это легко. Мусорная еда и 70 долларов. Так, все. А тут, по-моему, копов нет, или мне кажется, в этой локации. Так что мы можем шалить. Ну только банды есть. Ну пофиг. That stuff really works. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Mm-hmm. Oh. А, у нас уже полный. Ничего тут нет, да? Так. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Нет. Хот-дог. Даже в таком туалете есть. Так, там у нас церковь. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Не, вешаться я не хочу. У нас есть получше повешение, суицид. Так еще ближних заденет. Ну ты широкий в натуре. Денежки. О, мадам спряталась. Check this out. Freshly waxed. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard?
На балкончик можно выйти. А здесь играть нельзя, да? Все понятно тут. Здорово. Here it is. Nice crunchy. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Так, тут какая-то сцена, да? Тут ничего интересного на сцене нет. Так, давайте вот тут церковь есть. Ну, часовня. Там тоже челлендж должен быть. I owe you one. Ты с кем базаришь, чувак? Так, тут что-нибудь. Вот тут есть челлендж, по-моему, в церкви. Сложноватенький такой. Короче, 10 человек в огне. Давайте молотов, что ли, возьмем. Так, давайте еще раз. И мы еще сами горим. Ау! Ау! Уф! Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Go. Ow! Oof! Ow! Here. Ow! Here. Yeah. Here. Yeah. Ow! Go along. Oof! Ow! Ты что, живой? Ow! Here. Oof! Так, стоп. Ow! Ow! А не умирать. Что ты? Так, все, не гореть. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Или лучше эту штуку взять. Давайте попробуем. Так, ну, давай еще разок. Ау! Ау! А, видите, он молот берет. Уф! Ге! Оу! Гоу! Ге! Ау! Here, Jack! Уф!
Ow! That's quite the attack. Here. Ah. Oh. Yeah. Ow! Oh. Ow! Ow! Oof! Oh! Oof! Here. Ah. Yeah. Here. Ow! Ah. Here. Ow! Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Oof! That's quite the ow. No. Oof. Да хватит гореть уже. Oof. Ow. Ow. Блин, мне даже уже ссать нечем. Все уже высосано до нас. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Oh, Jesus Christ, no me quemes! Oof! Ow! Oh! Oh! Ow! Ну, отлично. Oof! Ow! 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 Oof! Stop! Stop! Oof! Ow! Ow! Cat! Ow! Here, cat! Ow! Go! Oof! Here, cat! Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Cat! Так, сейчас успеем. Ow! Ow! Да блин, какой козёл ус. Уф! Ow! Ow! Ты как дурак. Nothing like a life-saving golden shower. Да. Так, сейчас. Oof! Here, cat. Ow! Ow! Cat! Ah! Ah! Ow! Ow! Take that spray can and get that billboard with no coat of paint. Ow! Here, cat. Oof! Here, cat. Ow. Here, cat. Here, catch. Cat. Go on. Ow. Here. Oof. Да ё-моё, я ещё должен за собой следить. Ладно. Whoa, déjà vu. Дежавю. Oof. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Here, catch. Ow. Oof. Ow. Here, catch. Catch. Go on. Here. Oof. Here, catch. Ow. Ow. Oh. Ow. Ow. Here, catch. Go. Here, catch. Cat. Go. Ow. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Here. Ow. Ow. Так, не расходимся, ребят. Oof! Here. Ow! Go. Ow! Here. Catch. Oof! Here. Catch. Yeah. Go on. Here. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Ow! Oof!
Nothing like a little... Ow! Here. Oh. Ow! Oof! Go look. Here. Ow! Ну, наконец. Ау! Ты уже устал гореть. Ау! Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Self-pasted. Так, все. А то что-то уже жареным пахнет. Давайте сохраним прогресс так. Так, надо немножко полечиться, да? Так, давайте нам полечимся с помощью... Да, какой-нибудь пицца. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? С помощью пиццы. Так, давайте кладбище исследуем. Оно интересное. Чамп, да, это настоящий, так сказать, пес был, разработчик от главного директора Винса Дейзи. Вот. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Так, а вот на кресту там интересно, кстати. Ну, подняться. Тут есть и Ларри. Sweet. А там денежка, да? Что-то подвисает игрушка. Это, наверное, из-за убийств. Такие. Прикольный баг. Это, наверное, единственный баг, который мне нравится. Так, что нам еще осталось тут исследовать? Ну, получается, вот чисто вот тут железную дорогу. Вот здесь еще, кстати, локация. Нарисовать-то это 5 секунд дело. А вот исследовать подольше. Тебя возьму. Вот тебе и мяу. Че, ты не берешь пиццу? Мы ж только что ей перекусывали. Собакин. О. Sweet. Ну-ка дай-ка. Там это. Может, что-нибудь наверху интересного. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Барьер, да? Нормально.
That stuff works fast. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Так, надо вагон теперь исследовать. О, там что-то есть. Так, мы так не сможем, да? Нет. Главное, большую пиццу не берет, а маленькую берет. Да уж, трубок я много скурил. Так, в вагоне, по-моему, пекло какая-то есть, я помню. Вот она. Got him. My uterus. Так, у него ломка началась. I feel like shit. Larry. Hi, I'm Larry the Crab. Get a look at this. Так, а сюда можно попасть? Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? I could use another hit right about now. Так, а на крышах что-нибудь есть? Ничего, да? А в кустиках? I think I need some more drugs. Ugh. Maybe I should consider rehab. Nah, I'll just find more drugs. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Так, давайте еще поедим. That yum. Hey, now that's a peculiar aftertaste. Так, тут все закрыто. Пока что. With your artistic abilities on that billboard. Ну и свалка. With your artistic abilities on that billboard. Котики. Так, ладно, за этим не побегу. Вот этого возьмем. Так, а есть что-нибудь наверху, так сказать, вагонов? Хрен его знает, да?
Так, это куда ведет? Ага. Так, мы дальше бежим по путям. Так, я уже вижу. Score. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Да, я уже кончил от этого диктора, блин, который мне подсказывает. Красиво. О, челлендж. Так, и чё тут? What? Чё, поссать на 6 людей? На легко. Ребята, бегите. Jig-a-leg. Так, а чё не считает? Ой, пёс, я не хотел. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Так, я не хочу пёсю убивать. Сейчас мы вот так сделаем. Так, сейчас. Во. Так, что-то непонятный челлендж. Достал. Будь добр уже. Все. Спокуха. Может, нужно не... I don't feel so... Oh, man. Okay. Да, что-то непонятно, вроде. Ясу. Тут всего 6 человек обоссать. Они даже блюют. Если они хотели, чтобы я до сблёву их довёл, я хрен знает. Так, ну давайте, может, ещё раз попробуем. Так, сейчас, погодите. I definitely need more of that. Так, ребят, давайте жить дружно. Ooh, yeah. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. That stuff works fast.
Glad to hear that. Hell no! George. Не, не хотеть что-то, блин, люди мочиться. Может, баг какой-то. Челленджер. Ладно, хрен с ним. Так, тут что-нибудь есть. I feel better already. Так, ты на меня так... Не маши. О, привет. Score. Hold on, I'm coming. Чувак, у меня есть потяжелее кое-что. Только мало. Так, а тут тоже челлендж, по-моему. Вот эти вот банки, как раз по ним надо стрелять. Безобидный который, да. Святой челлендж. Вот здесь, по-моему. Да, вот он. Так, стреляю, да, в 5 газированных банок. За 10 секунд. Из чего хочешь, да? Давай, АК. А, ты все-таки... Ну, это легко. Мир не без обид, не без обидных челленджей, да? Так. Так, мы там были. Так, я еще не... Ну-ка, погоди. Я что-то убежал оттуда так быстро. Ладно. Давайте тут спрыгнем. Oh, it's a good thing I had two of those. Хорошо, что их у меня две. Кого, ноги? Так, что ты тут продаешь? Ничего, ну и ладно. Так, а тут нету моего трейлера. Вот, чувак, бери какой тебе нравится. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Так, ладно, ну все, я думаю, тут хватит бегать уже по этим локациям. Давайте уже удовлетворим нашего дядьку. Пока он мой мозг не удовлетворил. Так, давайте начнем, наверное, с самого дальнего какого-нибудь. И закончим самым близким.
Вон тем. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Так, где у нас тут? Рисовальный, вот он. I feel better already. Отлично, напоминает мне о моей матушке. Ненавижу мою матушку. Пикассо хренов. Ладно, сойдет. Набросай списка. Mira, some gringo is spraying over your tags, man. Hey, it's no worry, man. I'll paint over it again tomorrow. Если смотри, какой гринго закрашет наши метки. Эй, да не парься, я завтра закрашу заново. Будет даже лучше. Что тут происходит? White male culturally misappropriating the techniques of this land's beautiful indigenous minorities? Get those triggered fingers ready. Пацаны, девки, все прочие, готовьте давить на крючки. У нас тут нарушитель прав, которого нужно отменить навечно. Все понеслось. Да ладно. Девочки, вообще. Да и, блин, ты даже во время того, что я уже рисую, будешь это делать. Вау. Вот это я смог. Так, давайте начинать с самых дальних и заканчивать самыми ближними. Так, вот еще рисовальня. Микеланджело был бы тобой гордился, да и Сплинтер тоже. Осталось три рекламных счета, давай уже. Так, ты кто? Made you flinch. Саечку за испуг. Так. Ну давай сюда. Сиси. Сися. Take that spray can and give that billboard a new coat of paint. Да сейчас все будет, несы. Вот мне кажется, я даже если закончу, он будет это говорить. Это будет богованный этот диктор. Может быть, этот шедевр порождает после твоей смерти? Да пошел ты. Да? Whoops, finger slipped. Пальчик соскользнул, да. Так, и последний, вот он как раз у выхода, или нет? Ну да. Why don't you grace us with your artistic abilities on that billboard? Maybe that piece will be worth more after you've died. Only one more billboard to go. Что, еще один щит остался? А где он? Just my way of saying hi. А, вон он. А он... А, нет, он отмечен. Он отмечен как раз... Значит, он задание. А не баллончиком. Ну ладно, сейчас. Это ты, что ли? Все. Отличная работа, амиго. Похоже, бандосы отваливают.
Until then, adios, amigo. Adios. Так, ладно. Все, мы молодцы. Так, тихо. Сейчас мы добьем еще парочек. Сейчас я отвечу. Так. Я слышал хорошие новости. Отличная работа, амиго. Ты хорошо себя показал. Лос Акурос, настало время тебя наградить. Отправляйся обратно в Ласа, как будешь готов. Мы ждем тебя с раскрытыми объятиями. Да, что-то подозрительно. Что так все в кавычках? Что ты тут мне опять подсказывал? Так, ладно, все. Ой. Это не я. Ладно, пойдемте. Надо купить брони 200-й. Да пошел. Все. Всех. Так, а где тут я магазин-то видел? А, вот. Давай. Так, а это, по-моему, здесь. Или нет? Так, вот такой. А большой нет брони? Военный. Только такая, да? Ну, давай такую хотя бы. Так, да и что-нибудь полечиться бы. О. Просто аптечек нет, да? Обычно продавались просто аптечки там даже. Ну ладно, так, блин, да что ж такое? Кто, где, куда? Dance, Bone Daddy. Так, ну мы можем... Ooh, sorry, I don't play well with others. У нас есть такая опция, вот, закончить день сейчас. Мы, чтоб не добираться самим... А, мы не можем, да? Все, карта зависла. Ай, блин, ну ладно. Сами доедем. Нам не привыкать. Эй, это не так плохо. Тем более с нитро. Чё ты? Так, а может в другой локации получится перейти? Нет? Ну ладно. Кстати, тут есть челлендж, надо его выполнить. Мы его в прошлый раз не сделали, потому что думали, что надо достать Ингрэм. А на самом деле он выдается. Где-то вот здесь. И, кстати, еще один челлендж где-то вот, где дом, короче, заброшенный, что ли. Вот этот вот. Давайте еще... Кури одну трубку здоровья. Smooth. Ха. Тупо за то, что мы скурили трубку.
где тут? Блин, это было близко. Так, где тут? Вот он. Сейчас будем мочить. Засчитывается, блин. Может так? What we got here? It's a beautiful sissy. Так, ладно, давайте. Блин. Что-то не получилось. Может надо другой скутер взять. Так. Угу. Just sharing some extra ammo. Да блин. Done like dinner. Не, не хочет. Ну и хрен с ним. There's nothing like a good bout of indiscriminate mayhem. This is doing wonders for my psychosis. Так, ладно. Да, какие-то челленджи. Хотя в прошлый раз я их проходил, по-моему. А сейчас они багуются. Так. Там карта не отвисла еще? Нет? Ну, мы сейчас все равно уже подъезжаем. Так. Так и нет. Ну ладно, мы сейчас доедем. Так, как нам лучше ехать-то? А, ну нам надо налево так-то. Постоянно ехать. Давай с нитро.
me later on. Ну, блин. Начинается. Ну, вдоль стены, короче, надо ехать. Мексика. Сорян. Ну, наконец-то мы доехали уже. Ага, отходишь от трубочки там. Все. Так, давайте сохранимся. Так, ну, как обычно. Hey, El Santo. Эй, Эль Санто. Я закончил твои поручения сегодня. You must be the El Hombre of the Hour. Good of you to finally show up. Oh, ignore this. О, нет. I was just cutting up some tacos. Это тако, yes, да. I do love them with good red sauce. С красным соусом. Now then, El Plago has suddenly El found Plago. Himself indisposed at the moment. Типа вас so благодарят? He sent me in his stead to direct you to your reward. And where will I be staying for the night? Где мы можем остаться на ночь? А, let's walk and пойдемте. Talk. Пройдемте за мной. Your efforts today have earned yourself in extravagant quarters, spacious lodging, an all-night buffet, and we've even arranged for some company. Компания, join короче, you с вами on будет your в комнате. Nightly stay, which I'm sure you'll find most agreeable. Hmm, that doesn't sound too bad. Это не так уж и плохо. Good. Отлично. Now just step inside. Так, пройдитесь вовнутрь. Our paths will cross again, my friend, but until then, as we say down here below the border, au revoir. Oh, and I do hope you enjoy a nice piece of ass. Короче, пипец. Кослом. Crap. Дерьмо. Да, компания, короче, у нас будет, да, на ночь. Это уже среда. Слышь, хорош дрыхнуть. Осторожнее, это свободная страна, приятель. Пока ты находишься в моем прекрасном имени, ты будешь обращаться ко мне по моему титулу. Мэр Майк Джей. А, точно, сумасшедший корова-демон.
А нет, ты раньше в сортире работал? Чувак, мир — это мой сортир. Подходит, учитывая, что все это место — гигантская жопа. Слушай, с точки зрения твоей доминирующей позиции, ты случаем не знаешь, где мой украденный трейлер? Он примерно вот такой высоты, винтажная ржавчина, новый генератор. Или что там случилось? Что ты стал гигантским королем-демоном? Довольно. Вчера ты навел не слабый шухер на улице Хазенсина, но я тут подергал за ниточки, так что тебя экстрадируют в обратную страну. И ты знаешь, что с этого момента ты работаешь на город. Надеюсь, это не секретарь? Не, я уже заправлял сегодня. Видишь ли, чувак, этот город на пути к просветлению, а я строю империю, которая проведет культурную революцию. Можно я поинтересуюсь, что это? Нет другого ресурса в стране, как миллион немытых задниц, и моя рука будет той, что моет их. Сегодня ты будешь моим крестоносцем, несущим слово во славу биде. Но сначала просветишь свою жопу. Первая доза бесплатна. Нет, спасибо. Да, будем... так сказать, поклоняться туалетам. Местный ордер боевых подтиральщиков пытается обратить жителей моего города на путь туалетной бумаги. Ересь не пройдет. Иди в их комплекс, и пусть сила беды убедит их. Как я всегда говорил, нет лучшего способа обратить кого-то в свою веру, чем принуждение. Я приметил в городе отличное болото, как раз для моего третьего особняка, но эти сволочи из О-Колокольчики успели загрести его первыми, чтобы построить свой парк развлечений. Заявись на открытие парка и устроим технические неполадки. У нас тут тонкая международная дипломатическая ситуация. Канализацию нашего города прорвало за границу. Нужно, чтобы ты поработал дипломатом и восстановил наши международные отношения. Иди сюда и вычисти это дерьмо. Если национальная революция беды начнется в нашем городке, нам нужно достучаться до людей ради политической поддержки. Возьми петицию и покажи этим толстопузам, чего избиратели хотят на самом деле. Беде в каждый американский дом. Ты уже знаешь, что должен делать, чувак. Выметайся и приступай. Понятно, так, все. Так, ну, среду мы с вами продолжим уже в следующий раз. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго.